Нет, чтобы советы давать, как справиться с разгулом криминалитета. Советники главы МВД, похоже, о своих обязанностях забыли. Илья Кива, к примеру, ударился в революционную деятельность, даже больше – подпольную. Но в России. На своей странице в Фейсбуке псевдолидер соцпартии написал, хочет помочь россиянам, цитирую, «в свержении преступного режима КГБистов-олигархов». Правда, создавать российское подполье Кива отправился в Грецию. И вот здесь, на острове Кеа, в уютном кафе пишет свои июльские тезисы, подобно небезызвестному революционному вождю. На теплом курорте товарищ Кива ждет приезда российских единомышленников, но кто пожалует, не уточнил.